Эй, это женский квартал. Звучит громко, как всегда. Эй, эй, это женский квартал. И он звучит, давай. Мы засыпаем с тобою в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Голова. О чем мужчины думают перед сном? Они всегда думают об одном. Ну или о какой-то фигне, если честно. Ну-ну, давайте, интересно. О том, что текила вчера была лишней. А может, считают в уме своих бывших? Вспоминают свои зашквары. Думают, выключил ли в машине фары. А еще, зачем она клеит патчи? Почему у таксиста никогда нет сдачи? Как в понедельник пойти в спортзал? Как девушке топлес смотреть в глаза? Как в пробке не материться? Может, бороду отпустить, чтобы не бриться? Как пьяным не спалиться на первой фразе? Ну, с фантазией у вас все в порядке. А еще о том, как, забившись голов, Динамо получила 3-3 на табло. Что лучше в сексе, долго или часто? Так, стоп, теперь все с вами ясно. Мы засыпаем с тобою в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей. А о чем девчонки думают перед сном? О чем-то неважном, о чем-то своем? Нет, мы думаем о серьезных вопросах. Например, кому холостяк отдаст розу? Oh. А я думаю, почему сыр назвали Эдем? Я че в рай попаду, когда съем? Сколько пузырьков в шампанском? Oh. Как будет козел, например, на испанском? Это окей, это понятно, но, возможно, есть мысли о чем-то более глобальном, например, когда откроют границы. Не, как вывести тату с поясницы? Кто включает в холодильнике свет? О, а не остался ли там винегрет? Для чего в машине иконы? Почему у брюнеток не белые корни? Как сделать, чтоб не рвались колготки? Почему пилоты в фуражках, а не в пилотках? Как не испытывать стресса, паркуясь между двух мерседесов? Почему 220 в розетке? Откуда Порш Кайен у сосед? Почему собачки живут так мало? Кто лучшая в женском квартале? Перед сном у нас абсолютно разные мысли. Кто-то о чувствах, кто-то о числах. Ну, неважно. Да, главное, чтобы мы просыпались вместе. Мы засыпаем с тобою в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. О, да. Мы снова ищем вот так, вот так. Да, мне сегодня повезло, конечно. Кругом голова. Давай, давай, давай. Кружи нам головы, женский квартал. Вот так, вот так, все. Эй, эй, эй. Ну все, теперь понятно. Завтра однозначно будет гораздо лучше. Эй, давай. Эй. Женский квартал звучит и ловит ритм. Эй, здесь все сердца открытые.